Я знаю, что очень многие из вас принимают участие в волонтерской деятельности, поддерживают наших бойцов, участвуют в сборах, участвуют в организации гуманитарной помощи. С самого начала СВО дети войны плетут маскировочные сети, вяжут носки, шьют банданы и делают окопные свечи. Грузы доставляют бойцам, а каждую посылку сопровождают теплыми пожеланиями. Поддерживает бойцов и государство. В регионе действуют выплаты, пособия и льготы. Московская область – одна из самых, скажем так, заботливых областей Российской Федерации, которая оказывает посильную помощь нашим бойцам. Преференции предусмотрены также для учителей, воспитателей и медиков. Теперь врачи-гериатры получают земельные участки, а педагоги – выплаты за аренду жилья. 29 заседаний, 276 принятых законов. Дмитрий Голубков подвел итоги работы Мособлдумы за 2023 год. Ну и сейчас у нас времена, скажем так, далеко не самые простые. Страна проходит через сложнейший период своей истории. В рамках инициативного бюджетирования парламентарий привлек областное финансирование. Капитально отремонтированы сети водоснабжения на ВЗУ в лесном городке, а две школы округа приняли поставку уборочной техники. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».